Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню матери в службе в городе Сочи Краевого пограничного управления, проводится впервые. Женщинам, которые воспитали офицеров и связали свою жизнь с защитниками государственных рубежей, вручили нагрудные знаки. Многодетные матери получили награду в виде «Золотого сердца. Прекрасен мир любовью материнской», учрежденную в этом году женским советом. А тем, кто посвятил более 20 лет пограничной службе, досталась награда, учрежденная несколько лет назад в Чечне. «Есть в женщинах границы божественная сила». Это отрыв от цивилизации, это посвящение себя только службе, посвящение себя только семье, детям, мужу. Нет никаких благ, которые кинотеатры, магазины, это все приходится исключать. Помимо наград, в адрес этих отважных женщин, которые вместе с мужьями преодолевают все тяготы военной службы, звучали слова благодарности и пожелания счастья, добра и успеха. Это на самом деле очень сложный долг. Женщин, которые с честью отдают своей семье, родине. Поэтому искренне поздравляю с этим праздником. Добра, всего самого доброго человечества. Спасибо. Завершилось торжественное мероприятие небольшим концертом. Воспитанники Сочинской школы искусств исполнили для прекрасных дам трогательные песни и сыграли на музыкальных инструментах. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.